Если мы полетели, мы полетели просто вот так вот кубарем вниз. Эта машина не перевернется так. Почему? Перевернется. А? Переворачивается. Переворачивается? Конечно. Пи***ц. Тогда страшно. У нас первый съемочный день, Света без настроения, но это все полное, потому что мы в Исландии, и потому что сегодня, я надеюсь, у нас все будет хорошо. Впереди Шкляревский, который, как всегда, пьет нам кровь. Вон, они уже поехали, и актер... который все время требует себе внимания. Но ты вчера поездничала с ним очень, да, очень мило. Да, у тебя блестел. Блестел ты. Да, разговаривала. Друзья, да здравствует Светлана Лобода, ее команда и Исландия. Ох ты, монстр Шкляревский, монстр! Look at the sun! Look at the sun! Считаешь, нужно подгримировать героя? Да, однозначно. А ты видела когда-нибудь в хорошем кино загримированных актеров? Нет. Ну ты на спасибо тоже не хотела гримировать. Не, спасибо, какой-то клип. На это вот, на облаках. Не хотела нигера гримировать, а у него прыщики были на лице. Да. И он уже никогда не выглядит, как когда гримирован. Он классно выглядит. Гримировала. Он выглядит как нигер. Я его не гримировала. Да, гримировала, гримировала. Сначала отказывалась. Да, да, да. Сначала отказывалась, потом гримировала. Да, да, то я делала вид, что я гримировала. У меня и тона такого нет. Is it scary? Женя, скажи ему, что там. Боишься? When we come to the ice, it takes the air out of the tires. To make it more wide. I see. Yeah, because or else it's impossible to drive on the ice. So he takes the air out of the Надо спустить шины, чтобы он мог дальше ехать по ледникам. Самая опасная вещь в мире – это вот это. Вот, пожалуйста, не нужно далеко отходить. Он пусть ходит. Его жизнь для меня никакой ценности не представляет. In other words, I love you. There are crosses here. Like big crosses. Вова, это... Коньяк? Ну. Ну. Володя is an alcoholic, you know? That's why he's asking all the time. Поэтому мы приедем сюда, когда будет солнце, и я сниму еще солнце. Но мне надо здесь, но это самое красивое место, идем потом. Ну что, мы идем к вертолету и будем лететь. Шкляревский, зараза, злой. Нет, он не злой, просто устал. Ему показалось, что кулек сегодня намного тяжелее, чем вчера.
потому что он духлик. Нещодавно на зйомках кліпу в Ісландії через власну впертість Світлана Лобода ледь не загинула. Второй день съемок на ледниках, нашу машину понесло вниз. Машину с полным обеспечением, с инструкторами. И мы чуть не попали в расщелину. Это было очень страшно. И в этот момент я подумала, что на этом наши съемки и наша жизнь могут закончиться. Нет. Он чуть не убил этого чувака. Ну, и это тоже. Но вы просто летели дальше, я думал, что вы не остановитесь. Да, вообще. Да ты что? Не... Ты же видел это снаружи, я да? Я со стороны стоял, я просто был в шоке. Причем, когда ты вышел, и у меня было такое, у меня сразу ощущение было того, что мы можем сейчас съехать. Ну, я тоже думаю, ну ладно, выйду, будет кому тела вывезти. Сегодня пьяна. Его неземные слова допила до дна. Держи меня ночью, мама, я так сильно больна. От одного лишь взгляда его убегаю вон от ума. Туманом затуманю мысли все о нем. Лишь о нем, все о нем. Он нравится, нравится мне, нравится, нравится так, нравится мне. Нравится я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум, я на максимум.